И всем привет, ребята, и сегодня я решила обустроить магазин, то есть красно-белый, или по-другому сокращенно КБ. Что ж, обустроила я его в Токи-Боке, вы это можете заметить, в бесплатном домике, но с платной мебелью. Сразу говорю, я делала такой КБ, который именно в моем городе, в котором я была. А была я только в двух красно-белых, то есть в двух КБ, и они полностью одинаковые. Только там кассы в разных местоположениях. Ну, а так они полностью одинаковые. Там кстати, продают сигареты и алкоголь очень много. Но, несмотря на это, я решила его обустроить. Никого не призываю этого делать. Вообще, не то, что осуждаю, а... Ну, вообще, ну, просто не уважаю это. И, короче, я даже не знаю, о чем поговорить можно. Кстати, извиняюсь за свой голос, просто я простыла и заболела из-за этого. Поэтому из-за этого я говорю сейчас в нос, и у меня, наверное, голос поменялся, да? А еще я сорвала голос и больше не могу орать. Очень жаль. Ну что ж, по поводу Токи, давайте обсудим, что сейчас творится в мире Токи-Боки. Ну, вообще, появилось очень много багов. Я надеюсь, разработчики их поправят, потому что, я не знаю, заметили ли вы, но пропадают иконки в креаторе дома. То есть, когда ты обустраиваешь дом, там могут пропасть иконки. Сейчас, подождите, я высморкаюсь, у меня просто очень сильный насморк. Спасибо за минутку свободную. Короче, еще бывает пропадает фон там. Ну, не знаю, как можно это объяснить. Ну, фон в креаторе. Ну, или еще как это назвать. Там, где предметы, короче, лежат, это супер неудобно мешается. Что ж, давайте проговорим про домик, который я обустраиваю. Короче, в красно-белом, в котором я была, там продаются сладости, пеналы, сейчас еще продаются игрушки. Мало игрушек вообще. Но я не могла все уместить на этой кассе. Кстати, я забыла одну вещь сделать. Это компьютер сверху, который висит. А этот компьютер висит и высвечивает, сколько денег надо заплатить. Я еще раз высморкалась. Несмотря на то, что я сегодня была в этом красно-белом после школы, я все равно забыла, как он выглядит. Не спрашиваем, как я до этого докатилась уже с этой памятью. Кстати, да, у меня в последнее время проблемы с памятью. Что ж, сейчас, извините, за то, что запись оборвалась. Я не знаю, о чем поговорить. Кстати, вы видите сейчас то, что я выкладываю маркеры в коробке. Давайте представим, что это просто сигареты. Я просто не могла их найти в Токи. Я не знала, как их можно не спросить. Поэтому я решила их вот так вот положить в коробочки маркеры. Потому что они похожи на сигары. Что ж, я считаю, что у меня получилось похоже на КБ. Сейчас, подождите, я еще раз высморкаюсь. Блин, ухо. Короче, у меня сейчас просто ухо стрельнуло. Или не стрельнула, а пробки вылетели. Мне кажется, мне вообще нежелательно в таком состоянии записывать ролик, но я не могла вас просто без него оставить. Поэтому сейчас записываю. Кстати, как вы считаете, записывать ли мне контент по Токи? И снимать ли мне вообще обустройки еще чего-то? Например, там, обустройки других магазинов или каких-то домиков. Или вообще обустроить аэропорт, к примеру. Ну, я просто не знаю. Как вы считаете? Кстати, сейчас вы видели, как я вкладывала лимонад на полочки. Ну, давайте представим то, что это алкоголь. Пивасика. Я не знаю, что можно добавить вообще. Ну, возможно, завтра и послезавтра ролик не выйдет. Ролики, точнее, ну...
Потому что, во-первых, у меня сейчас просто не работает YouTube, я вообще не могу посмотреть себе идеи для видео, поэтому просто смотрю Pinterest и все. А в TikTok я сейчас просто не могу снимать. Есть причина, почему я не могу в него снимать просто. Флаг, сами знаете, я не снимаю. И, короче, я сейчас просто не могу найти на YouTube идеи для видео, а их у меня очень много. Я их сохраняла очень много. Их у меня там 1000 с чем-то. Я все никак не могу это все снять. Блин, у меня сейчас просто телефон упал, на котором я записываю это видео. Короче, я просто не могу это все снять. Все эти идеи, потому что YouTube не работает. Кстати, YouTube не закрыли, но я узнала то, что он сейчас просто не работает на компьютерах. Вот у меня есть свой компьютер, и, короче, на нем только 15 секунд видео. Ну, хотя нет, подождите. На нем, если я хочу посмотреть гачу, то только 15 секунд загружается. А, нет, 17 даже, 17. Все, больше у меня секунд не загружается на компе, если я хочу посмотреть гачу. А если я хочу посмотреть не гачу, а что-то другое, к примеру, там, кого? Кого мы знаем? Не знаю, к примеру, Хулибубу. Ладно, банально, да. Просто, ну, или Пандекс. Давайте возьмем, к примеру, Пандекса. К примеру, хочу посмотреть, он у меня полностью загружается. А если я, к примеру, хочу посмотреть... То есть, кого из гачеров? Так, кого мы из гачеров знаем? Я сейчас не хочу называть своих друзей, потому что, мне кажется, их не... Ну, короче, курирую просто руцу, если я хочу посмотреть. То только 17 секунд, все. А эти 17 секунд, то нам там до момента интро, мне только интро успеет показаться, и ее приветствие, и все. Ладно, сейчас не об этом, сейчас об устройке. Короче, я еще знаю то, что... Не знаю, точнее... Короче, в моем КБ вообще еще продается гречка, рис и вся такая горошек, там еще все такое. Но я решила этого не добавлять, потому что, сами понимаете, мало кто комнат. 4. Вы скажете, почему ты тогда не взяла другой домик? А я вам отвечу, мне этот бесплатный домик как-то роднее и больше нравится. Кстати, я зачем-то ставила белую мебель, хотя там черная или коричневая эта мебель. Сейчас, подождите, высморкаюсь. Ё-моё. Я не знаю, о чем можно поговорить. Я хотела... Кстати, вот сейчас вы видите, я собираю коробку такую вот с новогодними штучками. Я решила это делать как новогодний бокс. Короче, я даже не знаю, о чем сейчас можно поговорить. Но я постараюсь выкладывать видео как можно чаще. Несмотря на эти баги в Ютубе, я рада, что сейчас у меня... Ну, короче, просмотры поднялись, и актив тоже. Но мне очень нравится свое последнее видео с мамой 2. Вообще, оно было лучше, но оно просто обрезалось. Оно просто обрезалось. Я не понимаю, почему так. И просто пол сцены с мартером, и вообще весь экран у меня обрезался почти весь. А еще сцена с мартером почему-то укоротилась. Укоротилась. Короче, я не умею ударение ставить. Не бейте тапком. Так, что ж. Короче, мне больше нечего сказать, поэтому просто смотрите обустройку. В конце я вам, наверное, ее покажу. Или опять вернусь к вам.
вот и конец нашего видео и обустройки. Всем спасибо за просмотр. Всем пока-пока.